Гу. Чентурия. Чентурия может пробить. Играет в стеночку. Чентурия штрафной. Получает по ногам. Да! Яськов ставит пенальти. Городов сразу вступает в споры. Но это была по-настоящему уж, извините, спартаковская комбинация. И разыграли ее Чисамба и Чентурия. Хорошая стеночка. Давайте еще раз посмотрим, если бы мы укрупнились. Да, вот смотрите, начинает атаку Чентурия, получает обратный пас от Лунгу и получает по ногам. Безусловно, здесь даже вопросов никаких быть не может. И арбитр был близок, да и, в общем, слишком очевидный момент. Сам Чентурия подойдет к точке. Он забил в серии послематчевых пенальти в ворота Амкара. Что сейчас? И он сейчас забивает и выводит Урал вперед. 1-0. Вы помните, какой спектакль в 2015 году на старте сезона устроили здесь команды, сыграв 3-3. Но тогда этот матч был в ореоле скандала. Тогда уходил из команды Виктор Гончаренко. Много говорили о букмекерских котировках. Но, в общем, не начало ли это чего-то бурного сегодня? Вот этот ранний гол Чентурия. Ну и пока в этом чемпионате Чентурия не забивал мячи. То, что мы вспомнили с вами из послематчевой серии, конечно же, в протокол.